Она запускается. Что пишут про игру? Синерджи. Градостроительная игра, в которой человечество должно выжить на странном и в странном и враждебном мире. Постройте город. Исследуйте и анализируйте окружающую действительность. Давайте своим жителям то, что им надо. Выход второй квартал 2024 года. Ну, выглядит как-то интересно, конечно. Так, собственно, давайте я переключу вид на игру. А, во. Так, других языков тут пока явно нету. А не, французский и немецкий есть. Ну, наверное, все-таки на английском будем. Так. Звук с игры вроде не громкий, да? Тут случайно с геймпада. Нельзя вообще, конечно, играть с геймпада в стратегии. То еще извращение. Ладно, пробуем. Новая игра. Ну, тут чисто туториал, как я понимаю, будет. Но визуальный стиль прикольный пока, как я вижу. Так, в течение двух поколений наше сообщество жило в сердце оазиса, защищенное от опасностей. Ну, ладно. Честно говоря, не особо интересно читать историю. Давайте посмотрим, как игровые процессы. Так, нам надо добыть чистую воду. Нифига себе, зеленая вода. Понтон. Надо построить. Шло строительство. Понтон, потом водную башню. Это для... Ну, оно строится вообще? Да, вон несут какие-то ресурсы. Так, водную башню давайте. А где у нас вообще жилье? А нигде ничего нету, да? Давайте где-нибудь здесь. Пускай накапливается вода. И чё? Retention Basin. А он что делает вообще? Ну, Basin — это бассейн, считайте. А, фильтрует. Фильтрует нечистую воду. У нас же вроде чистая вода, нет? Ну, предположим. Да. В начале стрима надо убрать плашку. Так, сюда рабочего надо. Ну, короче, похоже на многие такого плана игры. Что там есть? Я даже сейчас гляну, какие у меня... Среди тех, которые у меня есть в лайбрери. Типа Kingdoms Reborn, Fuzzest Frontier. Вот механики такие тут. То есть развитие поселения и... Тут единственная фишка — это вот визуальный стиль, конечно, такой. Футуристичный, можно сказать.
у вас вообще жителей? 10. Ну, то есть можно сюда четверых назначить. То есть это все-таки токсичная вода, а тут будет очистка ее, видимо. Так, а побыстрее тут нельзя? Токсик вода и клин вода. Блин, надо было очистное где-то тут, значит, ставить скорее. Очистной бассейн, короче. Так, это мы выполнили. Вода у нас теперь есть. Ну, просто пишут еще один очистной бассейн построить. Туда назначить работников. А, так я могу только здесь их строить. В этом месте. Ну, давайте какой-нибудь сюда. Тут дорожки вообще есть возможность сделать? Есть. Эта игра называется... Игра называется Synergy. Synergy игра называется. Сейчас я покажу... Вот. Вот так называется игра. Напоминаю, что мы смотрим демки с Next Fest Steam, все бесплатные демки, стратегии, знакомимся с новыми стратегиями. То есть мы как это быстро это будем делать, я не думаю, что мы тут надолго... То есть я, например, себе представляю механику игр, это вот механику этой игры... На нее стоит обратить внимание только, мне кажется, вот если вам визуальный стиль нравится. В другом случае... Ну, то есть вы так вот строите всякие сооружения, там у вас будут назначаться работники туда. И постепенно развиваете поселение таким образом. Кстати, нам дома-то не надо строить, а у нас даже нет предложения по домам. Даже нет возможности дом построить. Всё, теперь 20 воды чистой набрать. Теперь нам склад. И камня какого-то. Тут что ли? Вот этого. Он будет складироваться на складу, извините за тавтологию. Типа обучают, как нам собирать эти ресы. Так, ну давайте склад. Где я думаю дома строить? Наверное, где-то тут. Давайте. Ну. Так, а почему склад не строится? А, надо выйти из... Понял. В чем дело, не пойму. Три на четыре должен быть.
Не понимаю, что они от меня хотят? Камень собирается. Постройка. Бля, прикол. Я три раза пришлось нажать, чтобы он выбрался, да, прикиньте. Я сюда поставлю. Так, это, видите, он не переносится, потому что надо в склад перенести. Так, тут сколько их? 30? А, ну тут все уже перенесут. Давайте, стройте быстрее. Синерджи. Господи, вот как игра называется. Да, после... Вот прикиньте, Миления хотя бы даже в таком стиле. Ну, понятно, что она не футуристическая, типа не зеленую воду, да, и розовые деревья. Но даже вот если бы Миления была в таком как бы 2D, в таком 2D стиле нарисована, уже было бы круче. И тут вообще мало игр, у которых есть русский язык, но дело в том, что это демо-версии. Мы не знаем, будет ли русский язык в полной версии. Так, тут работники не нужны. Вот 30 этих камней теперь надо собрать. Еще, когда нам дом дадут построить, интересно? Собрали. О, наконец-то, дома. Ну, нам объясняют, что там требования. Так, единственное... Ресурсы должны доставляться автоматически, будут выбирать. Ну, вроде в любом месте можно строить. Так, теперь сколько нам? 3 дома построить и селлар. Ну, типа не погреб, а как его лучше перевести? Вот, тут даже есть разные дома. Так, а в чем разница? А, это зависит от разного... Во-первых, разные... Как его? Разные тип местности, на которые можно строить. Так, ну ресы одинаковые абсолютно нужны для строительства. И вместимость абсолютно одинаковая. Вот это с собственным генератором и собственным погребом строится. Ну, тент я не буду. Подождите, а где вот этот селлар? Вот он. То есть нам надо, считайте, это центр нашего поселения, и вокруг него надо будет наши дома. Так, а в режиме паузы, интересно, строится? Вроде строится. Риат Алиев, спасибо. Великий дякую за пашану. О, вот в этом радиусе нам надо будет дома строить, отлично. Тут уже чем-то оно начинает напоминать. Давайте пока так. Так, если у нас один дом 4 вмещать, то, собственно, нам пока 2 дома можно построить. А, нам вообще пишет 3 надо. Ну, давайте так.
Как называется игра? Еще раз показываю. Synergy. Synergy. Есть центр города. Ну, блин, селлар. Ну, это погреб. Селлар переводится. Так. Первый дом. То есть сюда сейчас, я так понимаю, из... Вот этот таур принесут воды. Второй дом и третий дом. Я не только играл в Civilization Beyond Earth, у меня куча гайдов на канале по ней, стримов. А что надо, чтобы по ней был стрим? Кинуть донат. Вот мы $150 собираем на стрим по любой другой игре, кроме пятой и шестой Цивы. Наберется $150, будет стрим. Так, 4 взрослых добавилось в город. Во, анализ окружающей действительности. Не действительности, а окружающей... Ну, как environmental, это... Окружающей среды. Так. О, Какие-то сообщения пошли. Книга знаний. О, мировая карта еще не открыта. Технологическое древо не открыто. Культурное древо не открыто. Так. Вот это... хижина собирателя. Picker's Cabin. Собирать ресики. Так, давайте мы, наверное, дорогу я вот так еще дальше проведу. И Picker's Cabin мы сюда поставим. И он будет собирать ягодки вокруг. Дальше что нам? Field Slab надо. И проанализировать. Ага, сначала давайте этот. А это, кстати, убирается. Фиг знает. Ну вот сюда давайте поставлю. Пока врубим скорость. Так, значит, тут у нас... А сколько у нас вообще? 14. Так, тут, наверное, можно разместить... Вообще, по идее, не должно... Блин, вот в других играх обычно область. Область ставится на собирание. Тут, походу, без области, тут вот так выбираешь. Так, а вот это что? Руинки какие-то. О, прикольно. Так, и проанализировать моище подс. Так, и у нас еще не хватает жилья. Я вот что-то не уверен... Чем отличаются эти домики между собой? Честно вам скажу. Но пока неохота разбираться подробно. Так.
Так, а тут есть где-то, в общем, посмотреть, где какие работники у нас расположены? Это просто линзы, еда, вода. Давайте я пока двух уберу отсюда. Надо, чтобы строители, иначе дома будут медленно строиться. Так, вот эти вот моющие поц. Это кто вообще? Riverbank Finger. Sharp Bush. Это... острый Cabbage Shrub. О, кстати, стартовый, да блин, не, я не думаю, что в этой игре можно. Ну, тут, скорее всего, зная другие игры подобной тематики, тут, скорее всего, будут на вас... То есть, вот такое ограниченное поле, да? И на вас будут нападать всякие разные варвары. У вас будут, скорее, всякие защитные сооружения. То есть, вы только отбиваться будете, а не нападать на кого-то. Так, я что-то не соображу, вот эти мойши под что делать. Реально считаю, что фиферы какие-то особенные. Я считаю, что я самый умный и красивый, лучше всех. А все остальные... Так, анализировать окружающую... Да, только... Где эти моющие... Ну хорошо, давайте вот проанализируем. Она спросит моющий пот. Давайте не их проанализируем, а вот, например, вот это дерево. Это не то, что нам... Загадано. Я просто хочу посмотреть, что произойдет. О, я уже 80... Ой, 8 штук уже собрал этой фигни. Так, есть репорт. Три транкс это... Типа, ну, ветки дерева. Понятно, что зря. Где? Блин, я собираю, главное, собираю. Вот, это ягоды. А, так может мне, собственно, тогда куст вот с ягодами? Sharp Bush. Может это проанализировать пока? Вообще все разное надо проанализировать, раз уж мы тут анализом занимаемся. Анализирую все любое. Так, все равно я это не... Так, хорошо, а как мне... А, я убил... Смотрите, во время анализа случайно убил растение. Я, может быть, просто не смог даже проанализировать.
Реально. Так. Я не понимаю, как мне проанализировать. Ну, это растение, да. Как этот moisture pot? Moisture pots это вот с этого растения. Ягоды. Хотя тут нету, не написано, что никакого. Как будто я эти. Ну вот, он анализирует эти. Вот, только что был проанализирован. Почему нету никакого истории анализа? Да я уже лупой туда несколько раз тыкал. А, и лупа именно на том кусте, ты имеешь в виду, который... Нет, это я пораставил лупы. Смотри, moisture pots, вот мы заходим. Moisture pots это вот эти ягоды. Вот они. Они собираются... Вот мы их даже уже собрали два штука. Они собираются вот с этих кустов, собственно. Соберут и положат на землю. Ну это же тупо. Вон, я уже этих кустов миллион проанализировал. Analyzing a moisture pots bearing plant. Да, может, это все-таки не эти какие-то. Это все-таки не так называется. Это sharp bush. Так, давайте. Куда мы можем еще... Это анализировали. Это анализировали. Что вот это такое? Какие тут есть еще растения... Это тоже все анализировали. Я не вижу даже, не знаю. Снизу. На складе. Ну так на складе никак не... Невозможно это поставить на складе. Кстати, а там вот руинки еще, может как-то руинки проанализировать.
Да, может, их несколько раз. Меня просто прикалывает, что тут даже почему-то у этой Шарбуш, хотя я уже 6 раз, по-моему, проанализировал, никакой истории нету анализа. Да, может, побольше стоит проверять, вот именно, ну, как бы тупо. Ну вот, что-то мы собрали, да? О, как-то проанализировать, точно, надо было несколько раз просто проверить разные. Вау. Ну ладно, я на это, наверное, знакомство с этой игрой закончу. Давайте какую-то следующую посмотрим. Чтобы, ну, не сидеть так в одном. Мы же хотели демки разные посмотреть. Полчаса уже в одну играю. Я думаю, что примерно понятно, да? Таких игр, как я и говорил, множество. Это выделяется чисто своим визуальным стилем. Игра называется Synergy. Так-то у нее примерно смысл такой же, как вот у... Какие у меня тут игры были? Fuzzest Frontier. Dawn of Man, кстати, вот. Такая же механика абсолютно. В чем вот оно... Какие тут эти... Гляну, какие теги. City Builder, Colony Sim, Survival Strategy. Вот один в один. И похожие игры можем выбрать... Ну, Rimworld не очень похоже, честно говоря, они какие-то странные предложения. Вот именно вот эти механики, вот в такого развития и строительства колонии. Просто посмотри, что тут в Synergy предлагают, такие же. Ну, тут странные предложения, прямо скажу, это... Даже Frostpunk не сильно похож. Хотя, как бы, идея примерно такая же, но... Так. Ладно, возвращаемся